Ну, вы представляете, вот я на этот телефон записывала вам видео. А вы слышали, что он вообще еле-еле кое-как фурыкает? Не пойму. Надо промыть его динамики. Я ему дырочки-то попротираю. Угу. Не пойму, в чем дело вообще. Звук вдруг паршивый стал. Вроде сегодня все нормально было, не? Ты что, дружок, совсем что ли ошалел? Решил мне устроить тут того этого. Я тебе сейчас покажу, как с мамочкой шутить. Сейчас мы тебе продуем твои холодной водой. Это старый телефон. Испытание сделаем. Раз, раз, раз. Работаешь? Нет? Что там у меня что-то в глаз попало? Как звук? Как звук? Как звук? Что-то в глаз попало, ей-богу. Слушаем теперь. Ага, хрен с маком. Слышите, да, как плохо? Сейчас тряхну его. И об стену. Придется третий покупать. Ну а что делать? Видите, не работает. Это же не дело. Телефон-то не работает. Это что такое вообще? Видите, сейчас позапишем. Может, это что-то прояснится. Ну что, нормально, нет? Это же не дело. Телефон-то не работает. Это что такое вообще? Что-то со звуком. Надо Виталика звать. Пусть он его ремонтирует. Дедушкин кот.